Для нашего региона такое раннее появление клещей – редкость. Специалисты связывают возросшую активность членистоногих с малоснежной зимой и резким потеплением. Пока обращения носят единичный характер, но медики настоятельно просят южноуральцев позаботиться о своей безопасности, сделать прививку от энцефалита и оформить страховой полис. Последняя процедура поможет сэкономить немалые деньги в случае укуса клеща.